конце прошлого года мэру Сочи удалось договориться с краевыми властями о выделении курорту на ремонт дорог более 500 000 000 рублей. В первом полугодии отремонтируют 46 улиц в разных районах Сочи. На это будет выделено 251 миллион рублей. Список улиц, которые подлежат ремонту, размещен на сайте мэрии. Впрочем, некоторые районы администрации уже ремонтируют дороги своими силами. Мы ремонтируем улицу Победы. Мы подняли все люки, заасфальтировали на Победе. Вот. Колораж, ямы заасфальтировали. Сейчас отсюда до восхода Победу ремонтируем. Правую сторону всю разрыли. И Колораж к морю ремонтируем дорогу. Как заверяют в администрации, к началу пляжного сезона первый этап ремонтных работ будет завершен. Более 550 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт дорог. И таким образом мы планируем, что более 96 дорог города будет капитально отремонтировано. Это достаточно большое количество улиц. И это уже межквартальные улицы, улицы в селах. На второе полугодие запланировано вложить в ремонт дорог 300 миллионов рублей. Таким образом, к концу года завершится ремонт 96 улиц курорта. И это не считая ямочного ремонта, на который из городского бюджета выделяется еще 36 миллионов рублей. Но глава города заверил, что при необходимости средства могут быть добавлены. Ямочный ремонт массово планируют провести в апреле. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.